Оценить результаты конкурса МВ, поскольку оценивали его именно организаторы. И хотим пригласить на сцену Джулию Вальтер, которая заняла второе место в конкурсе АМВ. Поздравляшечки тебе. Делай АМВ еще, у тебя это круто получается. Также хотелось бы наградить АМВ, которая вообще прошла кучу трудностей, прежде чем оказаться на этом экране, но она действительно классная. Это АМВ называется «Становление героя». Сделали его Сирин и Сандр. Если они есть в зале, то они заняли первое место. Мы их поздравляем и хотим дать им ништячков. Спасибо вам большое, ребята, за то, что приняли участие. Надеемся, что вам понравятся наши подарки. Удачи вам в дальнейших творческих начинаниях. Да, обнимемся. А вообще, я бы хотела еще парочку слов сказать о других еще наших спонсорах. Во-первых, это Рязанский магазин. Официальный магазин Рязанского аниме-фестиваля GU, который пройдет 1 апреля в городе Рязани. Магазинчик называется... Не слышите, что я говорю, пожалуйста, ладно? Магазин называется Shop Fox Phoenix. Правильно? Ну что случилось там? Ну, в общем, мне как написали в ВКонтактике, я так и говорю. А еще нас спонсировал один офигительный магазин с линзами, интернет-магазин Adams Shop, он называется. Линзы любые, всякие разные. Заходите в группу, заказывайте. Ништяки будут у победителей. Можно гасить меня.